Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши подписчики и просто гости. Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. Юрий тоже с вами здоровается. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить с вами самый-самый простейший салат. Вот видите, у меня морковка и огурцы. Огурцы уже домашние. И что я хочу вам сказать. Кто мы такие? Некоторые же только заходят на канал и, может быть, не знают, что мы снимаем. Не некоторые, а многие, потому что нас смотрят 90%. Вновь прибывших, да? Да. Так вот, дорогие друзья, сейчас это актуальная тема, почему я заострила внимание. У нас есть плейлист «Заготовки на зиму». И там есть очень много вкусных, проверенных рецептов. Так что вы заходите в этот плейлист и смотрите. Ссылку мы дадим в описании. Может быть, да, я хотела предложить, что нужно сделать ссылку. И каждый найдет что-то для себя. Кто любит баклажаны, патиссоны, кабачки, все-все-все там есть. И смотрите, и заготавливайте, и будете вспоминать зимой, радоваться этому. А сейчас видео будет очень коротеньким, потому как, смотрите, одна морковка и 4 огурчика. Огурчики, кстати, домашние. И также вот чесночок тоже домашний. И вот из этого всего мы сготовим салат. У меня сегодня на обед будет рулет из остатков теста, из остатков фарша. И мне нужно сделать салат. Как скажут, поменьше слов, побольше дела. Морковь можно потереть на терке для морковки по-корейски. Чтобы она была длинненькая и тоненькая. Теперь я измельчаю чеснок. Измельчайте удобным для вас способом. Сейчас, смотрите, у меня 70% уксус. Я добавляю пол чайной ложечки. Теперь все это перемешиваю. Иногда я делаю этот салат с лимонным соком. Когда лимона нет, тогда уксус добавляю. И я не знаю, сколько вы будете брать моркови, на сколько человек вы будете готовить. Я заметила, что я моркови кладу, например, одну часть, и в полтора раза больше огурчиков кладу. Так, можно взять в отдельной миске, размешать заправку. Я все в общей. Я сюда добавляю 2 ложки соевого соуса. А остальное уже будем досаливать по вкусу. И соус можно добавить столько, сколько вам нравится. Теперь мне нужно сюда добавить перчик, морковь. Тоже по вкусу. Черный у меня. Когда есть, я кладу сюда еще кунжут. Морковь у меня не очень сочная. Потому что покупная. Купила ее у какой-то бабушки. У меня уже нет свежей моркови. Так, и сейчас прям сразу же маслица добавлю. Масло у меня подсолнечное, не оливковое. Вы по вкусу добавляйте. Я и с оливковым готовила, и с подсолнечным. Вот домашняя морковь, она дает столько сока. Почему я сейчас именно добавила сразу и соевый соус, и подсолнечное масло? И смотрите, видите, жидкости-то нет, она как высохшая, как будто. И еще, если вы хотите, по желанию, можно огурцы тоже натереть на терке. Но из моего опыта мне больше нравятся они резанные соломочкой, немножко покрупнее, чем на терке. Поэтому я делюсь так, как мне больше нравится. Ох, и огурчик пахнет домашний. Вот совсем не то, что в магазине покупаешь. Ну что, теперь нужно все это перемешать. Если нужно, добавить масло. Совсем немножко добавлю.
Юра говорит, надо в красивую чашечку. Что-то у меня сочности-то никакой нету. Сейчас во рту будет. Ну, поверьте, это правда вкусный салатик, особенно если он постоит в холодильнике с часик. Будет очень вкусно. Достаточно простой салат из самых доступных продуктов. И получается очень вкусный, особенно вот к такому блюду, как там, типа рулета. Я не собиралась это показывать на видео, это из оставшегося теста у меня и фарша. Прощаюсь со всеми, как всегда, желаю вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения и увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Ну что, ребята, я попробую. Лариса со всеми попрощалась. Как всегда, обалдеть. Как тебе, Лариса? Очень все вкусно, сочно. Всем пока-пока. Не забываем подписываться на наш канал.